Я занятий. Я сказав уже півтора раза. Алло. Он слишком умный. Если я говорю, выключи компьютер, он говорит, что я буду выключать тогда, когда я захочу. Я взяла, выдернула с розетки. То что вы думаете, он подошел, он меня так ударил, что хорошо, что я вон там это окно не разбила, ноги задела. А если бы я не сохранился? Если бы я не сохранился! А если мне программа из-за этого полетит? Там все и так на соплях сейчас держится. Нахуй наушники, блядь, было вынимать? Ну, бо я ж не понимаю, тупорила, де ми. Тупорильська дура. Дебілка срана. Якби ти послухався, то цього не було. Я послухався? Це ти, блядь, не права, я ще должен слухатися. Коль. Вийди отсюда, блядь. Ти не маєш права даже пальцем трогати там щось. Якщо ти не розбираєшся. Коля. Не коляй. Якщо, не дай Бог, хоч щось не работає. Щас нормальне було настроєння, блядь. Все хорошо. Дай кофе, я ты мешаешь! Потому что я хозяйка. Потому что ты тупорила дубина. Он у меня и душил, и бил. Мне каждую ночь страшно спать. А я уставший, мне не надо еще заставлять что-то делать. Неужели это непонятно? Ай! Ну мне ж больно, что ты мне робишь? Ты в него всю жизнь свою вложила. Вот, но вырастила змею. Оля, я не можу з тобою жити. Ти мене довів до такої ручки, що я тебе коли-небудь або приб'ю, або втравлю, або я не знаю що. Ти викручувай. Я знаю! Та що ти робиш? Він задрав. Ай! Тебе трудно успокоїти, коли в тебе іскри з глаз летять. Тоді можна просто вийти з дома. Я тебе боюся, понімаєш? Боїшся, то вийди з дома. Ай! Ну мені ж больно!